Требуем репортаж молодым боксером Ильшатом Хуснулгатином. Когда ты приехал в Лос-Анджелес? Ну, чуть больше недели, 10 дней. А как у тебя проходит акклиматизация? Ну, акклиматизация уже прошла. В целом, я думаю, нормально. Но сейчас я уже себя хорошо чувствую, тренируюсь в полную силу, выкладываюсь на тренировках. В целом все хорошо. А с какого города в России ты приехал? С Самары. И кто был твой тренер? Ну, он не был, он и есть мой тренер. Виктор Николаевич Петроченко. А скажи, Ильшат, ты уже когда-то боксировал в Америке? Да, второй бой у меня был здесь, в Woodland Hills. Была, по-моему, четвертая битва. Как называется битва? А теперь скажи мне, какие у тебя планы на будущее? Ну, сейчас ведутся переговоры с тремя промоутерами о моем дальнейшем, как говорится, карьере. А ты уже решил, где ты будешь тренироваться? Ну, пока нет. Тренируюсь там, где есть возможность. Окей. А какие из американских боксеров тебе нравятся? Ну, в нынешнее время или вообще? В нынешнее время. В нынешнее время. Ну, по технике могу сказать про Майуэзера. Ну, только лишь по технике, естественно. Так как человеческие качества у него далеки, говорят. А если бы ты описывал свой стиль боксера, ты боксера похожа на кого? Я не могу так сказать, на кого я похож. Окей. Значит, это конец репортажа.